него же было оружие. А я не верю, что ты не забираешь оружие. Закончился, что делать? Куда донатить стримеру? Слышите, посмотри, в Таркове, короче, если этот Ван станет стримером известным, короче, по-любому разработчики ему такой рюкзак сделают. Да по-любому, блядь. Сука, ты че? Держишься нахуй. Блядь, че такая нахуй сода дешевая? Блядь, вот я знаю, я эту хуйню поставлю на заставку, блядь, на себя на стрим. Слушай, найди картинку эту, блядь, поэтому. Почетче. Почетче, да, сейчас я захуйну ее. Так, ну что, мы дублируем, нет? Я ВКонтакте ее нашел. Поиск. А, нельзя найти картинку Google, есть такая тема. Да, он оригинал тебе не покажет, потому что это не с интернета картинка. Задачи, блять, генератор в правом крыле. Сука, вчера три пидораса, блять. Нет, тут, короче, еще хуйня есть. Тут кто-то погрейдил эту картинку, добавил еще спереди этот. Спереди рюкзак. Похушайте интернеты, блядь. Блядь, даже чай дешевый стал. Охренеть. Так он и был дешевеньким. Ебать, объектив 25 тысяч стоит. Стоил 60 на. Да, есть такое. Флешка полтинник стоит. Охренеть. Блять, ну по идее там то же самое вшил. И на Улкара надо обидеться вообще. Чё он бросил, блять, на... тебя бросил, охуеть. Давайте на всех обидимся. Ну, у нас полклана был там, с Destiny поуходило, я. Да ладно. Ой, блядь, хоть SSD-шки по 120 тысяч, слава богу. А что случилось? Что там за кипиш? Да нет никого, потому что все уже, блядь, не играют в Destiny. Ну, оно там такое, да, блядь, сезонное развлечение. Зашел, заигрался. Забылся. Забылся, да. Вот он, блядь, бронезабрала, нахуй. О, блядь. Ёбаный в рот, нахуй. Барахолка работает на ура, блядь, просто. У меня уже все купили, нахуй, а я до сих пор не могу, блядь, выставить этот... заебок. Все придется перекрасить. Так, ну что, идем? Так, подождите, блядь. То есть, вы мне хотите, блядь, сказать... сказать. Что на черный шлем, блять, эта хуйня ставится, а на бежевый нет? Да. Чё, блядь? Там разница есть еще в бабках, если ты не видел. Они... охуеть можно, блять. Они еще по стоимости разные, фисы. Не, по стоимости это разные, блять, я думал, это как с цветом, блять. Как у черного Fast MT, блять, и этого... А, ну это они вообще разные. Охуенно. Блять, пиздец, нахуй. Что за говно, блядь? Какой шанс, что они не найдут мой труп на балконе? Минимальный шанс. Никакого шанса. Никакого, блядь. Они найдут их. Сука. Они тоже все с гробами. Ебать, и нахуй мне тогда этот бежевый шлем, простите, нужен таким макаром, блядь. Что у нас по времени, кстати? Бык из тапка, чувака. Лес. Я не хочу в лес ночной идти. 2 часа ночи в лесу. Реально лес? Я не хочу в ночной. Чего так, Роуд? Роуд, ты чего? Не знаю, что-то я не хочу. Хотя похуй, пошли, ёпта, вообще обязательно. Придется еще один шлем купить. Фис. Что? Ночной лес, ночной лес. Может, на его нахуй этот ночной лес? Да я вот тоже думаю, блядь. Мы днем-то справиться не можем.
Ну чё, как-то так. По крайней мере, блядь, пока не разыгрался. Да не, нормально все сейчас. Все, собираемся на это. Таможку. Да, блядь, я уже в ночной лес собрался. Ну, рад за тебя. Разбирайся обратно. Я уже пересобрался. Разбирайся обратно, блядь. Физ, я не могу, нахуй. Ну, значит, пиздуй один. Блядь, ну какие же вы все-таки? Да, мы такие. Ты. Да, барахолка, блядь. Блядь, жрать лучше. В таком случае мне проще нахуй этот шлем. Слышь, брат, наверное. А там этот, кстати, как поживать халва-то? Халва. Ну я знаю, что он не в сыжах, как он вообще поживает. Все, он основательно сел там. Под каблук загнали. Да ты че? Да. Ну, Лиза, что ли? А? Лиза, что ли? Ну он уехал туда, да, короче, с концами, куда он там собрался? Чехию или куда он там? Предатели. А СП-5 нормально пробивает или не стоит его вообще брать? Говно, говно. Она хуже, чем ПС-ки на 545. Хотя меня тогда бот нахуй, но он ко мне впритык подошел и прям в голову разрядился нахуй, газин. Со словами, будешь знать, сука, как гнать на СП-5. СП-5 сила, а ты иди в могилу. А ты могила. Да, пока у меня, может, еще 10 тысяч баксов закупить, да, наверное. Почему бы и нет, Физ, почему бы и нет? Так, да. Я уже отхилился. Не... Ладно, беру СП-6. А я тебя видела? Ну, а ты вал берешь тоже? Я беру ВСС. СССС. Я сейчас патроны на калаш кончатся, я тоже сейчас буду ходить. Патроны на калаш кончатся. Неплохая шутка. Бля, у меня заканчиваются, ты не поверишь. Игольники, если только. Нет, эти БС-ки. Я просто пока не закупаюсь. Ну я вот пытаюсь, блять, выбить все БС-ки, но не получается. Перейти полностью на игольники. Мне так, сейчас подойду. Не удается сделать. Ой. Ну, кейс для патронов проебал. Ладно. Неприятно. А на что я... А, я по 90 покупал. Так, сардинки не буду брать, возьму это кал. Хуя, у меня застрахован магазин штатный 5.45x39 для РПК-16 совместно 95 патронов. Хуя, у него штатный магазин, блядь. Побег из Стапкова. Таможня. Капли крови. Из багряных дней. Вы заметили, что какие-то серьезные ребята были, пиздец? Может, не слышно, да? Я вас не слышу. Сейчас подожди, Ванс, не запускай только. Хома! Да, да, да. Хома, хома. Зэк. Давай. О.
тут? Угу. Вот, теперь я вас... Все, можно? Да, поехали. Теперь оверлей не работает. Вот падла. Ой, зато завтра не подавали. Кайф. Часы, которые стоят $30. Часы, которые стоят $300, показывают одно и то же время. Ну да, все остальное, блядь, понты. Сиплый. Голос-то сиплый. Я и говорю, самость — это эгоцентричная категория антрокосмической парадигмы. Она в ответ. Вася, иди ты нахуй, я и слов таких не знаю. Ой, блядь. Неплохо. Опа! А мы закинули? Да-да. Конечно. Так, я у ямы, падла. То же самое за тобой, Рома. Кто тут бегает? Мы на этой. Ага. Иду к двери. Они были в самом конце, они, блядь, скорее всего, на трейлерном. Может, они даже заходить не будут. Что, открывай? Давай. Летите. Опа, справа это. Там дикие, да. Зашел за тобой, не закрыл дверь. Я захожу, не. Так, вы через секретку, да, опа, прошли? Я прошел через бежит секрет. Передо мной. Положил ЧВКшник. По мне стреляли. И там дикий. Откуда? Был справа. С перекрестка. Перекрестка дикий был. У подъема я. Иду к белому, короче, этим. Тихо. Бочка. А, это ты. Белой бочке буду. На понял. Подъеме наши? Угу. Я у подъема, да. Я за платформой. Так, я за бочками здесь что-то. Крою дырку. Угу. Дверь ты закрыл сзади? Я закрыл. Да, кома закрыл. Понял. Кто вот... А, наш, да? Все. Я у белых людей. Так, у меня здесь справа ходит. Ты пасть по металлу? Я нет, у меня здесь ходит. Справа. Походу бот. Если делаем. Что, я тут лежу, блядь. Вижу челик за контейнерами, за контейнерами. Он спрятался от меня. За какими контейнерами? За синий и красный, вот там эти, блядь. Вы поняли? У меня тут боты, походу, подходят. Синий, красный, блядь. Где он территориальный? А, убил, вижу. Присел. Синий, красный, понял тебя. Который на углу, меня? Да? Кома, ты, да? Я забегу. Роуд, ванс. Я сейчас перехожу. Смотрю к нему, сейчас внутрь. Спину зайду. Не вижу внутри ничего. Он не внутри, он снаружи. На углу или у центрального входа, блядь? У центрального да входа. Я вижу, что внутри не вижу, не забегает, не бегает. Можно поближе подойти. Не вижу его тоже. Скорее всего, в дальнюю комнату, в дальний угол.
еще один есть. Ты там по улице, да, Ванс? Да. А, у меня тут бот ушел, короче. Вправо. Это, походу, даже не бот, а пчела-бот, что ли. Или чего-каш. Ну, он хоть от резко от меня скрылся. Может, где он? Со спины будет обходить. Без понятия. Роута спрашивал. У меня в дырке был. Ушел вправо от дырки. Смотреть на дырку, вправо ушел. Так, Ванс, давайте там я не слышу его там ходьбу. Слушай, блядь, это дикие нахуй, какие-то, блядь, бешеные. Ты живой? Да. Давай, а я не попал. Стоп. Далеко. И где взрыв? Я тоже взрыва не слышал. В Тарконы кто-нибудь заходил наш? Нет. Нет. Я тут сижу. Это просто. Я сижу. Перезарядка! Яма, дырка наш! Убивай! Бот был. ЧВК это был. Вряд ли. Это был ЧВК. Нет. Тарконах не было. Да, Тарконах. Блять, я в Тарконах! Нет, сейчас будут выходить. Вижу его. Давим. Аккуратно только. Перезаряжался. Да. Слева будет от тебя холм. Нет, нет, не минус. Не слева минус. Будет, слева. Он выбегает из ЛВР или что? Кто сверху? Я сверху. Этаже. Он убегает. Видел его? Убегал. На, блядь, на дверь, сука! Дикий там где-то. Нет, это чувака тут есть. Так, я на улице остался. Бил его, Ванс? Нет, нет. Если что, смотрю сзади Таркона и... Дикий орёт здесь. Вижу его. Так, я внутри дырку прорву. Дикого убрал. Я у катушек сижу, что? Дико? У катушек. Мне как Таркон. Я у этого, у перебежек, короче, держу так, чтобы он не вышел. А он где? Да, я внутри есть. Я тоже внутри, но я сзади держусь. Лечусь пока. По входу. Значит, он убежал, да? Да, он убегал. Смотрите, может, через дырку сейчас заглянет кто-нибудь. Да куда, блядь? Через дырку Дикий зашел. Ничего. Положил Дикого, да? Ухожу нахер. Это я. Так, наши в Тарконе, да, кроме Ванса? Да, да. Я у... Тихо! Ворот сижу. Ничего себе. Такое чувство, что он в синей этой хуйне, блядь. Какой? Средний. Давай я к тебе подойду. В какой синей хуйне? Во временке или в контейнере? Во временке. Вышел на улицу. Который с тренером пары. Блядь, да вот он там. Убил. Все, это я вдалеке. Он нахуй за углом, блядь, был в ящиках. Угу. Ты там? Да, кто у временки? Я у временки. Живучий. Красавчик, смысл один сбежался. Блять, это грамм, молодец. Но, блять, лут это ему не вернет. Может, да, 49 уровень, блять. Ну, молодец, хорошо. На опыте. На опыте, мальчики. М2, кстати. О. Кстати, блять. Акум есть целый, большой. А вот
калаш у него хуйня, блядь. Сейчас я тебя прикрою, дядь. 5 секундочек мне дай. Не лечусь пока. Глушак снял, жопа жадная. Надо кому акум? Ух ты, пока нет. Ты там уже на трупе? Да, я на этом. Да. Который в середине, блядь. Которого ты спрел. Да. Понял, сюда смотрю дырку. Сейчас послышались. А, может, ты бежал? Нет, я не бегал. Ой, спасибо за сурвайвел. Так, этого я забрал. Ты бежишь? Да, лягу здесь, короче, это. Надо руку поднять. Ну, зайди сюда, родной. Я тебя там нормально прикрыть не смогу. Не надо. Я здесь как раз слушаю дырку. Понял тебя. В тарконах поднимусь на металл. Проверю, блядь, который вот этот стеллаж. Свой, свой. Это ты, Хома? Нет, 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 нет. Да. На, нам тебе понадобится. Вот чтоб ты мне аптечку дал. У тебя нет аптечки? Вот даже без аптеки был. Могу дать мне запас, наверное. Кто-то ходит, блин, кстати. Подхожу. Да. С дыркой? Подходит. Да, к дырке подходит кто-то. Блять, я тебя вижу, дики. Убил. Хорош. Блять, он выдержал в грудь из одного выстрела. Тут двое было, блядь. Да не. Лежат. Да, двое. Один начал что-то делать, короче, прикинь руками, это я в бочке. Он начал делать, не стреляй, поднимать руки. О! Типа хилиться начал. Да, нет, это тот же. Ребят, у нас там на перебежке стрельба была. Походу люди уже залутали общагу и идут назад. Мы сейчас их встретим здесь. И они нас встретили. Слышь, да. Ты, я хожу, ты стал ходить? Слева. Ага, да, тоже слышу. За ты воротами? Ты стой, да. Есть дырка. Держу дырку. Сейчас снова поднимусь. Подходит. Кто стекло выбил? Я. Нахуй. Вепри Хантер. ВПО, точнее. Убили? Да, стрелял. Да, дикий там был. Такой один серьезный вопрос. Хома, флешка нужна? Понял. Вопросов нет. Вопросов больше не имею. Да? Чувак мне вазелинчик. Палаш, что у меня не получается. Ну что, пойдемте. Угу. Не, у моего Николаша хуйня объективно. Вот в чем вопрос. Чего? Пострелялся. Еще идет кто-то? Ну они и стрелялись. Понятно, блядь. Никого не вижу. Откуда хоть идет? Да нет, все, мы идем в это. Я медленно иду к дороге, которая к перекрестку ведет. Через зеленку? Да, мы через дырку вышли и направо пошли. Сейчас последний магазин. Кто бегает за забором? Я бегаю за забором. Металл, ты, да? Тоже с чехлом. Шина есть. Так, я перешел на другую сторону, в ту сторону, где машина с дырками. Наших на тарконов не осталось?
кустах справа под дырки. Ван, ты лутаешься в синий? Я. Открыл дверь, выхожу. Металлом добежался. Это я. Так, тут у меня справа тут слышно. Ага, там ты, да, бегаешь? Бегаю. Ванс там бегает. Я вообще-то вот за спиной, все плохо. Да. Ну, все, здесь. ФМЖ это экспансивка, да? Резанул. Вагон поднимусь. Вагон чисто. Упал один на этот. Под ребешки нет никого явно. Вообще же, скорее всего, вышли на лодку. Перешел через дорогу к волшебным. Костра не вижу. Перехожу волшебным. Костра не видно. Скорее всего, уже вышли на этой. Ты там вот камню подходишь, да, Роу? Да. Я уже наверх не понимаю. Я бегу сзади. Придет, никого не вижу. Ну, логично. Тут и кривенки. Переходим. По зелени наш уже, да, идет? Да, да, это я справа. А, с пилигримом ты? Да, физ. Yes, master. No, master. Справа тут дикий кричит. А нет. Ребят, вон он, блядь, ебашь его, это где-то в стороне общак. Хуярь медведя? Палаток иду. Где-то справа, в зелени, мне кажется. Видел, видел снайпера на это, на верхних бочках. Так, я снимаю. Тоже. Так, иду со стороны машины. На первом наш есть? Кемка! Возможно, второй этаж что открыл? Я второй. Третий открыл, зашел. Третий лежит труп. Разлутанный. ЧВКшник. Захожу на третий. Зашел. Кусты! Шавуха! Я. А, нет, не шавуха, с другой стороны. Машины. От машины. Машина? От машины, да. С стороны машины я захожу на второй этаж. Зашел. Тут лутано. Да, тут все залутали, уже ушли. Это я. Ну чё, выходим тогда, блядь. И уходим. Сейчас, подожди. Ой, Фиса, твою комнатку не открыли. Mm-hmm. Ну тут магазины.
Два магазина, все. На втором этаже наши, да? В рекреации двое, блядь. Ты живой? Нет, положили меня. Кто у нас на втором этаже еще есть? Никто. Двое там, ВКшников. Охуеть, я вот это я вышел, блядь. Угу. Они пошли ко мне. Я на втором этаже. Они в рекреации? Фис, это я. Вышел. Я накидаю гранату. Они да. В крайних. В крайних комнатах справа. От меня. Хотя слева. Понимаю. Противник, плохой день, господа. Я даже больно не делал. Граната в рекреации. Хилится. Убил одного. Очень красный. Не могу дальше пушить. Кто-то еще здесь хилился. Где? Да здесь, блядь, в угловом. Понял, сейчас гранату туда прикидаю еще одну. Мы здесь уже аккуратно. Я знаю, где он. А. Где? Металлическая. Вот эта дверь. Понял. Какая? Заходи. Вот это. Понял. У меня нет гранат. Открой ее. Открой под углом, захуярю. Сейчас принял. Это я? Сзади. По углу возьму. Открыл. Готово. Убил? Да. Хороший. Да, и вот они, походу, залутали Мещенко здесь в СС. Стой. Суки. Мне еще ВКшника сверху забрели. Бля, тут... Три рюкзака диких, один в одном. Да ну какие? Они вдвоем разрядились в меня. Да ладно, Роуд, не оправдывайся, мы все знаем, что ты мастер игры. Я шучу. Не, все хорошо. Они так дрались нахуй за это говно. Че там? Да, забираю всю хуйню, что там есть. 18 уровень у меня. Мастик, я заберу. Так я не понял, куда вы СС отсюда делась, блядь? Я стырил. Дружище, а ты не охуел ли, блядь? Ладно, ладно. А, Хом, это ты, блядь? Да. Я думаю, это он сидит. Да идите в задницу, блядь. Не, блядь. Не он. У меня есть ПП заряжены. Чего, блядь? Удачи тебе по жизни. Так, они еще... Ебать, они ЧВК... Ебать, они ЧВК положили, блядь. Да нет, мне кажется, они ботов... Тут нахуй 4 жетона, блядь. У кого? Вот у моего чувака, блядь. А, у того чувака 4 жетона. Да? Я думал, ты уже подошел, лутаешь этого друга. Это не, оказывается, не этот. Не тот, не тот, не нужный. Так. Улу, я бахаю, блядь. Хом, иди сюда. Заберите, блядь. Лутер хуй. Вот, в рюкзаке забирай всю, весь мусор. Сейчас Роута жетон заберу. Ох, этот Хом. Блять, два ствола разнижили. Если бы в один, я бы одного положил. Работали дальше. Они, суки, два ствола, пидорас. Какой был? Никому не рассказывай, что тебя два ствола приняли. Поверь, в Апексе было хуже. Да, реально из ППшек магазин. Неплохо. Хотя надо выбросить, я надеюсь, его не найду. Так. Какой коллаж был твой? Мой, который был без ласточкового хвоста, блядь. Без ласточки мой. Я пиздатый. Горностай. Аленка. Найс. Nice. 85 отдачи по стандарту, неплохо.
Хомо, у тебя много рюкзаков дома? Ну да. По металлу кто, наш? Наш. Да. Бля, как они зашли нахуй? Они походу с этого зашли, вот, с шаурмы. Они с первого поднимались. Ты видел там первый этаж? Я не думаю, что у них хватило, блин, додуматься. Я просто видел, что открыто... Так, что у нас по времени? 11 минут, надо сваливать, ребят. Поэтому думаю, что свои зашли. Блять. Ты закинул нашего в нужное место? Нет. Я не раскидывался, я только пролечился полностью. Сашка, твоя роут? О, у него еще ВС-ка одна и сурва. ВС-ка моя. А ВС-ка какая твоя? Разбитая? Они обе разбиты. Которая в рюкзаке не моя. Я ступу забрал. Так, пойду занесу роута наверх. Тут ботов пиздец посередине валяется, если вы видели. Это все лазер. Оказывается, туда можно зайти, но нужно знать, каким образом. Тут еще чувака. И бот. Он не лутан. Ну, он такой бичара. Он даже в колпаке, боже. Так, ладно, валим. Да, сейчас я загребу тут. Так, что у меня есть, рандомно? Это да, это да, это да. Так. Сурлик. Не забудь. Я вот думаю, ВС-ку забрать попробовать. Ебать там война. Так, это выкинь кусты. А, блядь. Сурву забери, хом. Пожалуйста. Все, уходим отсюда, ребята, думаю. Да. Погнали. Открываю. Кстати, про... Мне кажется, знаете, вазелин добавлен в шутку, как обезбол. Ну да. Чё-то я у вазелин таких свойств раньше не замечал, почему что-то обезболивает. Ты проверял? Знаешь, если у тебя есть кларнет, если ты понимаешь, в чем я, то его достаточно тяжело и сложно собирать и разбирать. Для этого используется дизельский вазелин. У меня Клара его спиздила. Вообще вазелин еще используют для... Как его? Для создания всяких мазей, я тебе так скажу. Клей медицинский. Останавливающий лоботы. И мне кажется, это не челобот. Ты слышал эти выстрелы? Последний это был... Дробовик, наверное. Не-не-не. Ну, как СВД мне показалось. Как СВД. Это кажется, как СВД. Нет, блядь, СВД не зря плеткой называют. У меня выстрел хлёсткий. Должен выстрел, потом после него что-то... Да. Сам по себе выстрел. Тут лутана.
Че, пошли через перебежку? Кто-то уже сдох на перебежке. А, нет, это покажу. Кто лежит? Не мы, мы с другой стороны. Прикольно. Живой? Да. Че это там? Пчеловод? Я думал, кто-то передо мной прямо ложится. Думаю, кто это? Нет, нет, нет. Вот, оказывается. Прикольно. Смотри, перед тобой уже ложатся. Скоро ноги начнут раздвигать. Да-да-да. Осталось совсем чуть-чуть. Хомо повелитель. Доставка аптечек. Походим. Готов. А, тут руки лежат туда. Чьи? Ну, вот. Решаловских нет, да? Ну, я на заправке, кто рядом со мной? Я пис. Значит, нету. А на заправке. Так, я вижу пистолет и коника. Блин, ну, роутик. А таблеток нет у тебя? От горла. Причем тут горло и каша? Да, действительно. Эй, земля! Здорово, блядь. Я сзади заправлю. Решаловский нет? Нет. Так, у меня есть 8 тысяч. Кто-нибудь хочет вернуться на машину? А, если тебе надо аптечка, здесь еще есть. Не надо. Уже. Зато тут этот обновил. О! Все уже в СЖ? Ёпта. Мужики, я только что водки въебал. Что все заебись. Залпом? Вижу, дикий. Водка, да, ну нахуй, два дебила это. По-моему, брал. Нет, он жив. Убил. Это вы снипера ебали или что? Нет, мы гипер ебали. Снипер есть? Нету. Зашел на территорию, нет, снипера не видел. Вижу, я, это я справа, пис. Понял тебя. Don't shooting, please, don't shooting. Lion, you... Ой, не Lion. Homa, where are you? Паркур! Минус ноги. Паркур. Ух ты! Это кто? Не я. Том, ты нарвался? Живой? Я у газели. Надеюсь, ты найдешь видяху. Я у труп на тайнике, который открыт. Где моя Панама? Это большой каретный, да? Так, вышел на дорогу, которая рядом с железкой. Не, мы тут двое. А кто, блядь, у дальнего тайника? Это я. Мы тут... Ай, блядь, тут все открыто, ребят.
Ждем последнего. Давай. Да ты заебал, мне уже один раз рикошетнуло, бля, въебало. Ну рикошет, не ты второй. Нахер так, ты я вышел. Так, я пойду. Сейчас как будто челлендж, блядь. Риф. Да. Блин, хочу ночной лес, ребят. Чего? Сука. Что это сейчас было, блин? Бэкэнды. Что? Чё, у всех периф? А, нет, я уже испугался. Походу бота, который, когда я поднимался снизу, был, кто-то другой смыслил, а не я. Да? Я подумал, знаешь о чём? 160 тысяч стоит. Ну, о чём же? Ладно, я отошёл. Давай, да. Давай. Там, короче, какая фича была. Я поднимался на второй этаж, и снизу бот шел. Я в него, блин, разрядил пол магазина. Как оказалось, это даже не я его убил. ФП 100. А что, еще дубль? Соус. Да, еще только разгребстись надо. Я тут вообще бабла вынес. И мне интересно посмотреть, блять, как тут складывалось это, Санта-Барбара. Кого убил? Да, вот здесь есть роут. Вот роут идет отдельно. Подождите-ка. Роут идет отдельно. Так. Роут. Не бери наушники в следующий райд. Вот два убитых моих. Твои наушники убиты. Так, да. Поехали. GT One Hit, блять. Yeah. Captain Adibu. Первый. Чувак убит GT One Hit'ом. Угу. Исос, блядь. Исос Азаэль. Убит Агафонем Окулным, блядь. Что за ники, блядь? И Басти 098765 убит Шурой Аниматором. То есть, короче, блядь, один убил второго. Второго убил первый, и первого убил я. Нихуя непонятно, но очень интересно, блядь. Угу. Это знаешь, как это, как у Бебе. Такой челик какой-то живет и такой, угу. 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 Ну, блядь, ВССку на продажу, калаш на продажу, АК-74Н на продажу. Разобрать. Все по кускам толкаю. Естественно. Даже очечек. Очко. Два очка отдельно. Да, блядь, очко уходит в зрительный зал. А кто, кто пришел? Купра. Купра. Роман. О, кстати, это хорошая тема. Роман? Нет, я хорошо, штуку да. Одну оставил. Вся дома. Роуд, можете скорую вызвать? Две. 17. Не мешать, да? Так, а сколько СП-5 стоит вообще? Ну, я сегодня за 650 продавал. СП-5. А, СП-5 нет. 143 один выстрел стоит. 140, сейчас по 140 продам все. Итого 14 тысяч. Ну, где-то так. Блять, 4 тысячи ремонт, и могу ли я продать лыжнику? Да, могу за 10 тысяч. Выгодно. Выгодно. Эксплуатация. Так, стоп. Что по времени у нас? О, 8 часов только. Как раз. Купил мужик шляпу, она ему как раз. Да.
Взял папа римский мальчик, а он как раз. Понятно. Скрепы, блядь, снова работают. Кабачковая икра 35 тысяч стоит снова. Фис, я тебе рассказывал, кабачковую икру проще в 500 000 превращать. Пизду. У меня столько места нету, блядь. Одна ячейка. Фис, подумай, задумайся. У меня столько, блядь, места нету. Там этой одной ячейки сколько надо, блядь? 25? 50? Сколько этих хуевин там надо? 5. Ну вот и все, блядь, 5 ячеек. У меня столько ячеек нету. Свободных. Даже интересно. Ну-ка. Побежали быстрее, пока здесь чувака, они сейчас. Сейчас, ребята, по идее. Не знаю, кого черта, но меня отключается частенько этот. Не побежал. А, вы в тарконы почесали? Нет. Перебежки. Хотите магию сварю? Стреляется вот. Где-то справа вдалеке. Меня еще ни разу на этом подъеме не убивали с таркон. Вот фиксируйте, скоро будет магия. Опа, дикий. Я за танком. Я видел. Роуд, наушники. Гоняй. Черт, я не выложил предыдущий. Между этими, блять. Пойду в куст с трупом. Снайпер есть. Убил снайпера. Алло. Я к тебе. Ты где? Ладно. Я. Так, я в кустах. Ты где? Так, стоп, кто бьет по перебежке? Не я. Центральная перебежка, перебежал. Сейчас выстрел мои слышно было. С рюкзаком диких кто? Минус. С рюкзаком диких кто? Убрал, убрал, убрал. Здесь, блядь, в кустах с рюкзаком диких кто? Я сказал, я к тебе подбегаю. Понял. Ну мало ли, я вроде несколько шагов слышал. Это я. Народ, выстрел мои слышно было? Да, по-моему. Пацан взял Мосину, короче. Тут. На стройке. Угу. Захожу на стройку. Я буду перемен. Дэмс. В какой временке? Ну, которая с курточкой. А, понял. Сигарета. Слышно? Да. Да, слышно. Кто? Дикий. Леон, Леон, стой на месте. Роуд. Блин. Слушай, я и без них нормально слышу. В недостроенном здании. А, мы за вами идем. Это наш стреляет? Это мы уже. Дробовик был не наш. На заправке дикие орудия. Не на заправке, это на... На мосту, рядом с мостом. Ну говорю уже, орут дикие на чурме. Они на тебя орали? Нет. Я так, смотрю труп дикого. Вот мне интересно, там вдалеке, что это там? Я магазинчик. Так, лежачего вижу. Снайпера убрали, да? Mm-hmm. Хорошо. Так все, пошли дальше, чем нужно. Опа, это что было? Между этими. Граната была. Это что было? У кого шкарба? Вот, сзади нас. На тарконах? Нет, на этом. Может, и на тарконах.
Это нам через мост, скорее всего, тут переходит или перебежка. Я тут между... Это я. Между ящиками, ага. Точнее, между баками. Вы куда идете? Ну, пока в сторону насыпи. В смысле, не хотите почесать на этот, на горку, например, или вообще? Да, слышно, а тебя очень плохо слышно. Это ласт или... Так, вы где? Нет, все? Это не ласт. Мы, я возле ямы. Я перепрыгнул уже, я у камня тут, на перепрыжке. Чего? Ты с другой стороны забора, да? Да. Иду по разрушенному этому, блять, ангару, не ангару. Я рядом с тобой иду. Бегаешь ты? Я, да. Все, в общагу идем? Да, погнали в общагу. Я вот где с... Это перебегаю, что? Где этот. Это кто был? Вот, ты перебежал? И... Да, я перебежал. По мне? По тебе? Да. Откуда? У нас. Сзади. Ванс, у тебя со спины. С шаурмечной меня шпальнули первый. Убил одного. Заходит к нам на стройку. Через центральный этот, блядь, пролом. Я в яме. Принято. Не вижу никого. Блядь, по мне. Походу оптика. Да, оптика. Рука сломана. Центральный проход наш есть? Да. Это я возле обща... этой остановки. Я понял. Они в стороны насыпи, убегаю. Смотри. Не видел. Ван, смотри, вдоль забора нет никого? Во-первых, да, у нас вдоль забора, блядь. Взяли, надо взять под контроль синий. По-моему, Ван, было там что-то. Вдоль синий забора нет. Синий. Давай иду. Синий. Слышно. Дядь, у нас сейчас не до этого. Вот вообще не до этого. Сори. Ван, смотри, шаурмечник. Какой шаурмечник? Ну, мне трассер шаурмечник первый прилетел. По кому? Кто по кому? Я наш Купра. По кому? По кому? Челик там. Где? Возле трубы, возле дороги. Вот от входа. Вижу, да. Минус один. Каленый очень. Убил. Какой-то, блядь, путь выживальщика, хуй знает что. Въебало одного дал. Убил там. Фис, въебало дал. Путь выживальщика, это въебало. Не уверен. Насыпи не вижу. Чего, блядь? На насыпи не вижу никого. Да, блядь, дядь, слышно. Очень, очень слышно. Так, вы причём, что у нас где-то стреляет. Так, чиню руку. Так, я подошел ближе к этому. На стоянке есть кто-нибудь? Наших нет, по идее. Мы на стройке. А вы видели там на стоянке? Противник может быть там. Кто умирает? Не я. Кто сейчас кричит? Не я. У меня тут кто-то кричит. Надо зачищать. Я сумку возьму. Вижу. Минус. Убил? Ага. Да. Ну, я сумку что не взял. Понял тебя, ладно. Подхожу к синему этому. Или что? Моё, блядь. Еще идет. У зеленого пилигрим. Я, пилигрим у зеленого, я. Видишь, да? Сел, отошел. Я через синий выхожу. Понял, это я, здорово. Да. Ебать, я ему столько дал, хули он не сдох. Это... Так, это Вепри Хантер. А это крыса, блядь. Броник спас, блядь. Нам сзади еще могут прийти. 11 уровень, блядь. Ну, 11 не 10, извините. Могут. Ну, они в шоу в эту пошел. Пошли, я прибежал. Давай. Пойду второго своего проверю. Так, ну надо с жопу смотреть. Кто у нас наверху на временку? Я. Ты, Купра? Да, смотрю. Кстати, я отошел. А, блядь, дед, пролом нахуй. Через пролом выхожу. Короче, не, по дороге не видно за автобусом не особо никого. Ага. Не, за автобусом я проходил, там никого не должно быть. А вот он, походу, оптика как раз, да, сука. Вепри Хантер? Да. Там, короче, дикие, они ходили и постоянно кричали, возможно, решаловские. Причем от духи.
план с телевидением в Москве, опа, поэтому как раз это там, да. Заранее это поставить. Это блядь, уже настройки. Это ты? Я стрелял. Пустые. Купра, это ты стрелял по нему? Нет, нет. То есть у нас сзади сейчас будут настройки. Да, я как бы. Пошли закрывать. Так, я у дороги на той стороне, короче. Перебежал через дорогу обратно. Возвращаюсь через этот пролом с кустами. Закрытый кустами пролом. Ребята забежали! Двое забежали! Двое забежали в треху через централку. Два чувака. Пошли, 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 похуй на их зад. Блять, Ванс, они сейчас нахуй нас бутерброд возьмут. Сейчас тебя плохо слышно. Выстрел сейчас не слышу. Сиди, контроль их там тогда. Так, это я. Роуд, ты где? Я где Ванс, это, ближе к шаурмечной. Только со своей, с моей стороны, со стороны сиськи. Сижу. Ну мы с Купер тогда пошли нам спину закрывать. Куча народу зашла в этот. Ты хочешь прям прорашить назад? Ну да. А чё их ждать? Ну и чё тут за хуйня? Ну и ладно, хуй с ним, пошли к этим, пошли к нашим. Не, я просто... пока я сижу на месте. Не, погнали к нашим, хуй с ним. Если чё, с дома их встречать будет удобней. Я в яме. Да, я рядом, я тебя вижу. С рюкзаками диких перебегали двое. У меня что-то здесь, кажется, кто-то ходит. У кого? Где? Есть, перебегает. Где? Куда? Куда? На сиськи. Ага. Убил? Да не, не вижу. Я здесь примерно за этим. Не вижу, да, было движение. Было движение. От тебя примерно на час. С того конца подъема на сиськи. Ага. Он в зеленке там был. Вижу, еще поднимается кто-то. Перебежал к тебе. Вон тот, он тут. Убил его? Не, я так, через кусты видел движение. Значит, вижу, слева кто ко мне подходит. ХЗ. А где ты? Я не знаю, где ты. Я у дороги. Почти. И дальше, чем синий контейнер. Где столб? А... Блять, это не ты? Нет, нет. Ты я слеповуху сейчас... дали. Слеповуху. Нет! Слепой, убивай. Лежу. Лежи. Вижу синих контейнеров, я на блядь. Дороге, я на дороге просто хожу. Вообще. На дороге, где, блядь, подъем к этому? К лодке контрабандиста? Нет, я ближе к шаурмечной, ты чего? Понял. Я со стороны шаурмечной, вижу. Не доходя шаурмечной. Блядь, под воротами, сижу. Блядь, под этим. Под забором был один. Где, где автобус? Под забором нет, который, блядь, обычно встречаем, ребят. Все, не иди сюда, мы лучше вдвоем, потому что ты нас сейчас нахуй убьешь. Где мы тебя? Не-не-не-не, я не иду. Один убегал. Один двигался в сторону общак под забором. Да, хорошо. Под каким забором? Так, который, я блядь, шурмечный бегу, короче. Со спины сижу этого, блядь. Понял, за лестницей кто-то поднялся. Это противник, скорее всего, убивай. Не-не-не-не-не-не. Я не понял, он поднялся или спустился? Вот поднялся. Ты видел? Я пока тут посижу. Вы что там, решаю, что нет? Ну мы уже возле сисек сидим. Я прям под боком шаурмечной ближней к вам. Понятно. Прям в кустах сижу, короче, у стенки. Бегают, бегут. Да. Бегают. Куда, на сиськи? Куда-то от трехэтажки. В сторону машины, вот и срезает. Двое убежало. Не слышал их. Мы слышали, я слышал только что. Бегаю. Все, пошли вдоль собора и закроем. Ван. Да! Наши действия какие-то где?
У меня тут были двое, один заходил в меченку, а один в кустах сидит, блядь, не знаю, убил, не убил. Я перед тобой убрал. У машины? Да, у машины в кустах. Понятно. Так, я у тебя под шаурмечный вышел. Движемся кто под ходит? Забором. Кто внутри ходишь, ты? Дикие. Я на балконе. Бля, как много базара, вообще нихера не слышно. А представляешь, как нам? А, это эти, что ли? Заводские? Нет, не заводские. Купер, ты где? Я в сисек. Я первый этаж захожу. Ты на рядом возле забора, возле сисек? Да, я возле забора, между забором сисек. Это я, это я. Где? Не видел. Вот, вот, где я. Левее смотри. Блять, пиздец слепой, нахуй. Вообще да, вижу, да. вижу. Я на первом этаже чищу потом. Угу. Давай, чистим. Помочь? Нет. Ух, неплохо так. На улице кто-нибудь есть, кроме нас? По идее, нет. Я на третьем. Я анальгин забыл взять. Кстати, сейчас. 5 секунд не дай. А ты с ботом стрелялся или чего? А, одного чувака сбрил, еще один снизу где-то ползает здесь. Втором, да? Бля, те же. Да. Кто дал? Свои. Больше я первым, тихо. Да, чувака. 16. У кого шмальба? У меня дикий тут приходит на первый этаж. Понял. Прям заходит. Меня убили снизу! Блять. Как Купра дает инфу, блядь, часами нахуй, так я, блядь, ничего не говорю, блядь. Снизу откуда? Да, блядь, с угла здания. Ну ты можешь там посидеть в здании, подождать, пока меня залутают. А, меня Купра убил. Заебись. А здесь еще один труп ванс. Да, у меня тут есть. Чувака у тебя? Слышал, за трехэтажкой, короче, со стороны машины кусты. Нет, это мы кусты. Это мы кусты. Я уйду от этого, где машины хожу, бегаю. Понял. Ближе двухэтажки иду. Ну, торгую, короче, ебальником. Ванс, а чё ты не сказал, что на улице? Я сказал, что я спустился вниз. Блять, куда ты вниз спустился? Мы тем более до этого спрашивали. Есть кто-нибудь на улице, кроме нас, или нет? Вы где? Мы со стороны машины в зеленке сидим. На улице. Я под забором сижу. Тебя вообще не слышно. Тебя не слышно, стрельбу слышно. А где Купа? Купра? Где он, блядь? Он вылетел. А, он меня убил и вылетел? Или он вылетел из Дискорда и просто убил меня? Включите кто-нибудь стрим, пожалуйста. Ну ща врублю. О, вот дис он появился. Здесь отвалился, какого-то хера. Да, спасибо, что убил меня. А, это я тебя убил, да? Так, да? Иду к вам. Я ж спрашивал, кто на улице. По металлу пробежался. Ну когда ты это говорил? Я вдоль забора от камня бегу. Не без суть. По двухэтажку, по трех. Ага. Ты подбегаешь, да? Да. Мне надо почехлить это. В магазинчике. Давай. Опа. Это сиськи, по-моему. Блять.
Это я тут сзади вас чуть. Зеленки тоже. Под елками. Так, надо ванс раскидать. Ну, у меня с собой. Могу вынести, могу выкинуть. Ланс. Я это перезаряжаюсь. А если я тебе ничего не отвечу, что ты заберешь себе? Я у тебя спрашиваю, что мне, блядь, сделать. Что-то такое есть. Трудный, пиздец. Не знаю, меня в этом дискорде, блядь, никто так не напрягает, как ты, честно. Ну, блядь, что я тебе могу сказать? Ты сам напрягаешься, мне похер. Да, точно. Я напрягаюсь из-за того, что ты врешь. Слушай, завали ебало, пока я тебя нахуй не замутил, и вообще, блядь, буду тебя ебашить каждой катке. Ну, давай. Началось, блядь. Скидывай вот тогда где-нибудь здесь. Да не надо, он меня сейчас вынесет, ему заебись, блядь. Так тебя вынести или скинуть? Хули ты, блядь, ломаешься? Вынеси, пожалуйста, Физ. Блядь, заебись ты придумал, нахуй. Ишь, надо в гавнило. Я на углу сижу. Трёшки? Да-да-да. Ближе к забору. Который со спины. А лук не сделал, я лук хочу. Ну я к тебе подхожу сейчас, да? А, нет. Нет, меня не слышишь? Нет, я тебя не слышу. Я тут рядом с Купрой. А-а-а. Вот сейчас я тебя слышу. Все, я понял. Вот, вижу. Не, это, блядь, сторона. Вот эта сторона. Это нахуй машина. Сторона жопы — это забор. Либо жопа. Общаги. Так, Купра, что ты там колдуешь? Ничего, сижу. А, ну давай мне тогда этого, блядь, товарища. Хуево. Так. Все, главное, чтобы какие-нибудь челоботы нас не прижали. Да. Лезешь еще к моему нахуй, да не влазишь. Так, ага, заебись, блин. А, это сюжетный, планета. Че, шлем с ушами? Есть место? Сейчас постараюсь найти, блин. Меня тут нахуй не пристрелят сейчас. Да вроде тут тихо, не ходит. Ой, здорово, блядь, расти большой. Бля, простите. Ой. Так. Это, блядь. Шлем с ушами прям на нём, прям на трупе, да? У меня. А, у тебя в инвентаре? Угу. Дай, пожалуйста, тогда. Вот сюда, в пилигрим. Пилигрим в ВВС-ку закинь. Там не помещается. Ну тогда скинь куда-нибудь здесь, поблизости. Ага. Так. А, блять, сложно как все нахуй. А, ну вот, шлем. А, и уши еще не помешаются, да? Ну, значит, кому-то придут их камтеки, обидно. А, я понял. 5 секунд мне дайте еще, ребят. Пилигрим его забери. Все. А? Ну все. Да. Здесь шлем, блять. Еще надо. Это чье? ЛШЗ мое. Все остальное, блять, это лут, по-моему.
Так, ну чё, мы уходим? Ну да. Валим. Меченку ты вскрывал? Или вскрыли ребята? Вскрыли. Нет. Купра готов? Пошли. Погнали. Так, в потенциале справа настройки могут быть ребята. Можем с ними пересечься либо на перебежке, либо на насыпи. Либо догнать их. Через перебежку пойдем. Тихо. Сюда кто-то бежит сейчас. Живой? Да. Ты убил его? Понял. Угу, подхожу, это я. Это человек был. Я справа. Убил его? Чуть ниже спускаюсь ко мне. Пацаны, да сладкие они не спят. Вот и есть на заправке. Угу. Челобота. Челобота именно? Да. Что-то было страшно. Да, походу минус один. Так. Yeah.
Хорошая тема. Так, не очень. Не очень, не очень. Такое. Вот это хорошая тема. Breaks.
Все говорят, успаин Solid X. Ну, из скольки? Из 15 попыток что-то ни разу, блядь. 100 пудов как-нибудь. Непроверенная инфа, блядь. Земля! Весьма-весьма. Кран полный. Вы вышли? Да, вышли. Понял. Лайф и экран вверху. Приложение, экран. Выбери экраны и скрипт. Вот, гляди на стрелку диска. Голос управляет. Возьми, переключи автоматически, убери эту штуку. Дальше правее передвинь. Ну, скажи что-нибудь. Он уже нихера не слышит. Еще надо. А, ну, еще. Скажи что-нибудь. Еще чуть-чуть. А ну. А теперь постреляй. Ну, либо тебе громче говорить надо, либо... Либо, короче, ничего ты с этим, походу, не сделаешь. Да не, у него было все нормально раньше. Он вдруг зашел сегодня, и его вообще слышно не было. Потом он что-то там намутил, у него началось слышно, но... Ты пропадаешь, ты не слышишь, тебе надо громче говорить. Либо попробуй усиление, включи запись, громче сделать. Вот так. Сейчас нормально слышно. Ну да, но там наверх хорошо. Будет слышно лучше. Сейчас проверим. Да, будет пиздец как слышно. Блять, а в игре бы можно было бы сделать выстрелы, блять, потише. Конечно, можно, так наушниками. Ну это так-то можно сделать, просто ты не будешь слышать. Вот смотри. Делаю это громкость эффектов, да? Ну, по-моему, общий уровень. Громкость эффектов это не то, это знаешь. Это не то, короче. Громкость эффектов, это когда ты патроны снаряжаешь в магазин или такой пулинг, пилинг, все эти. А, шаги чужие шаги. Все будет тише. Чужие шаги это общий уровень, как и стрельба. Так, посмотрим на лазейку.
но вот сейчас не слышу. Так, а если я попробую? Попробую. Слышно? Да. Тебя, да. Ну и это слышно. Так, ладно. Так, попробую. Нормально звучит, да? Плохо. Обрываешься. Ну, то есть тебе надо либо чуть громче говорить постоянно, либо сделать чуть-чуть меньше. Ну, сейчас нормально слышно? Да. Только хочу, что он играет на наушник. Ну, то у него просто уши слишком много пропускают звука. Да, не, в обе стороны. Так я уже, блядь, и микрофон, блядь, как-то направлял. Блин, похуй, то ли отдельный микрофон подключил. А у тебя есть настройки от ушей, там какие-нибудь приложения, нет? Там шумоподавление, что-то поставить. Нет, в Дискорде, кстати, надо включить шум под давление, и тогда не будет слышно игру. А, кстати, да. Ну вот, шум. Да нет, нет. Аванс, у тебя был, блядь, ВСС, точнее, да, ВСС без сетевого? Дополнительных обвесов на нем не было? В смысле? Нет. Ну, боковых. Боковых, ЛЦУ, фонарь, блядь. ЛЦУ, фонарь у тебя был? Не было вроде, я не помню. Это приглушение, это не то, это когда тебе говорят, тебе звук в игре приглушается. Чего, он будешь должен, как земля колхоз, блядь. Это как? Очень много. Если более конкретно, то это полные доки, забитые биткоинами. Сколько ты мне будешь? Стоило сказать, что у меня есть битки, блять, как сразу же на них начали базариться. Конечно. А как же иначе, Ванс, давно? Торгово-рыночные отношения. Только ему громче говорить, либо еще чуть ближе микрофон к рту подносить, чтобы речь не прерывалась. Фиск, какой тебе надо было включить? 219-й западки? Так, нормально слышно. У меня все уже есть. Да. Сейчас слышно заебись. А вот сейчас? Тупо заебись, блядь. Да, а сейчас хуй все... его знает, я сам это сделал. Сейчас нормально слышно? Да, да. Замечательно. Блядь, Мимия вернулась, господа, восславим бога. Как-то, блядь. А когда ты её потерял? Вчера в ночном лесу. Там роут убили, я бежал его раскидывать. Ну ты... Ты же вышел, блядь. Да. Но я же не знал, что я выйду. Вон он! Да, я просто её скинул. Я понял. И ПНВ я скинул своё. А чё, ПНВ не вернулось? Не, вернулось. Сюда. А чем я был, блядь? А я был со скайпом, мне еще не вернули. Точно, слышите. Дядь, у меня там, блядь, вот лимит был, нахуй. Мне просто игра отсыпала королевский 20. Не, я ничего не говорю. Кто-то, блядь, успел разыграть. Пока не верну. Да не, даже если верну. Как отец? Сегодня короче. Черт. Черт побери. Ну ничего, зато все самое полезное перебищу.
Короче, Ванс. Ты с собой не берешь рюкзак, броню, магазины, хилки, наушник, шлем и пушку. Дроп жилистый, Ашот резинка. Ашот резинка. Ты меня услышал, Ашот резинка, блять. Да, я тебя услышал. Я не беру почти нихуя. Я тебе даже медицину заменил, блять. Ну, цени. Не слышно было сейчас бег мой? Нет. Нет, вот хмыки твои были слышны. Так, а сейчас Алшизы забрал он один. Слышно. Это слышно. Прям даже звучит. Прыжки твои слышны. Какие прыжки? Я не прыгал. Ну или бег. Бег. Бег был. Ну сейчас, погодите. Конечно, сейчас слышно. Очень хорошо слышно, когда ты говоришь. Да, пока ты не говоришь, не слышно. Ну это нормально, значит. Ну у него до этого так и было, он когда говорил, всегда на фоне слышно было. А вот сейчас слышно. Вот это слышно, да. Ну вот это ЛШЗ одел нах. А сейчас ЛШЗ сниму. Причем с ЛШЗ, прости. Это приглушенность. Что-то не понял, блять. Только что же настраивал, блять. Все слетело опять. Раз, раз. Давай, раз, ты... раз, да слышишь. Бля, я даже шумы слышу свои, блять. Вижу на микрофоне, блять. Так ты их видишь или слышишь? Ну вижу, вижу, но на этом как-то. На эквалайзере. Да, да, да. Давай. Не, это все слышно. Это еще он с глушителем стреляет. А что было бы без глушака и очереди? Не, слушай, нахуй нас. Еще и в схроне там громче. Вот сейчас не слышно было, да? Слышно. Нет, сейчас слышно. Нет, сейчас не слышно. Слышно, кроме твоего голоса. Нихуя не слышно сейчас. Вообще нет. Ну ты прерываться начал, так что ты все вернул на место. Да. Ну что, идем? Да, погнали туда же. Да, боже. Бля, столько вы, всякого вы говна. Не слышно было, да? Нет. Прерываться я не прерываюсь. Вроде нет. Ну, попробуй посчитать от 1 до 15. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, девять, десять, один, пятнадцать. На восьмерке прервался, на двенашке прервался. Пока бы. Хуйня, блять. Пизда, блядь. Раз. Выход есть один, поменять наушники. Поменять микрофон. А хотя нет, да, наушники. Чтобы они не были открыты, были закрыты. Так они за. А, эти, в смысле, не лопухи? Не, лопухи, только есть лопухи открытого типа, это вот до боли. Они больше подходят для слушания музыки в метро, чтобы помимо тебя еще слышали двое сидят боку. Для общественного транспорта, знаешь, как вот такая. Да, да, делиться музыкой. Наушники, они, это как вот Razer'ы есть, осьминоги, они не очень для игры, но они охуенные для слушания. Чисто такая, знаешь, блядь. Сейчас я, короче, другой микрофон, блядь, возьму. Чисто там не в микрофоне дело. Да, это дело в том, что микрофон рядом с... Если микрофон будет чуть дальше находиться, он может тебя будет лучше твой голос захватывать, а сами звуки из наушников не очень. Так я вот и хочу отдельный микрофон взять, блядь. А, ну попробуй. Да, как что ты говорил, Ванс? Чисто такое, заходишь в метро, включаешь наушники, и такой звук на все метро. Саня хуй соси, Саня хуй соси. Нет, ты что лучше знаешь, что, блядь, что болтфагом хорошо, душеньки пришлось, берешь и, блядь, врубаешь Летова, всем насрать на мое лицо. Не, ну это Киш, это Киш, это не Летов. Чего, блядь, какой нахуй Киш? Киш до какого пиздеца никогда не опускался, блядь. В смысле? Это говнарь Летов, всем нахуй. Насрать на мое лицо. Да, это Летов, блядь. Это Киш! Это не Киш. Блять, я тебе сейчас ебало разобью, сука, меломан ты хуев, блять. Сука, мразь. Будет он мне рассказывать про Киша, блять. Иди нахуй, сейчас я, блять, про гуглю заебал ты.
Я тебе сейчас нахуй Десфолу, блядь, скормлю, сука. Гражданская оборона, блядь, гроб это. Гроб кавер. Король и шут, насрать на мое лицо, блядь. Это кавер, блядь. А изначально, нахуй, это летом. Пацаны. Кавер, гроб кавер. А. Тебя слышно. Но у тебя хорошо шипение. Слышно. Когда ты говоришь, что шипение. Да, чуть подфанивает. Сейчас тихо сейчас слышно. Очень далеко слышно, как будто далеко. А вот сейчас. Сейчас слышно что-то нормально, среднее. Постреляй. Сейчас попробую. Сейчас я в игру зайду. Угу. Слышно, не так. Что-то... Бля, вообще нихуя не понял. У меня микрофон сейчас вообще далеко стоял от души. Как так происходит? Бля, хорошие наушники. Я не хотел. Я вот микрофон от меня очень, ну, находится на расстоянии 30 сантиметров, да, вытянутые руки. Охуенно, наушники, блядь, ничего не скажешь. Бля, да. Бля, от них охуенно слышно все, да? Да. Бля, ну тогда не удивительно. Выстрелы хорошо было слышать? Ну сейчас лучше. Да. Не знаю, они хотя бы не по ушам будут. И вот бег, это, не, это пиздец. Фис, ну что вот это вот, чья? Блять, автор Егор Летов, альбом «Тоталитаризм», сука. Гроб кавер означает, что, чтоб Тиш перепел песню гроба. Да, просто чужая песня перепета ихним голосом. Кавер это значит, кто-то перепевает чью-то музыку. Песню, спасибо, блядь. Спасибо, что объяснила, я не понимаю. Ну это не значит, что это прям кишевская песня, чё-то. Нет, я всегда считал, песня. Что это кишевская, если честно. Нет, дядь, это Летов, блядь. Я бы этого не знал, если бы у нас Deathful, сука, поэтому по лету не убивался, блядь. Частенько он запускал эту дичь. Пиздец, блядь, как часто. Он её напевает еще сам. Без запуска, блядь. О, блядь. Я просто... как-то ездил с таким на тусу, короче. Но Киш нормально, блядь, это перепел. Да, там, вот понимаешь, единственный минус, блядь, Летова в том, что он поет как говнарь, блядь. Он звучит как говнарь. А. Слышишь хорошо меня? Да. Тебя, да. Так, а слушаем выстрелы. Слышно тоже, слышно. Короче, лучше пропадай в случае чего и говори громче, да. И чётче. Да. Лучше, что... да, тебя слышно. Лучше, что выстрел. Когда ты говоришь это одно дело, фоном оно там слышно, это бывает. Каждый раз, если ты будешь задержаться, то... Не, в бою это пиздец будет, сразу говорю. Блядь, я похуй. Я вот наушники снимаю, если я вот отойду где-то сантиметров на 50, я не так хорошо слышу. Ну, мы слышим, заебись. 5 вечера, господа, мы идем. Я уже в лобби сижу, я. Тут никого нет. Люди приходят, уходят. Нет, там есть я теперь. С нами Симонатор и АК-47 Сихо. Да, Симонатор, ты где? О, Шатун как... есть. Слышь, нихуя как золотых мало стало. Было, блядь, золотых два проворота ролом. А тут, опа, появились я. Ну все, блядь, коммунизм нахуй наступает. Да, я. Лев Диджей ТТВ, блядь. Поставлю микрофон еще подальше, блядь. Слышите меня нормально? Да. Бля, кстати. Бля, беди. Возможно, это заявка на Вин, но не уверен. Пацаны, вы, блядь, сейчас должны слышать вообще, как я просто щелкаю это. Да, мы этим слышим. Да, да. Да, мы это слышим. Я похуй, блядь. У меня микрофон от меня, блядь, сантиметров, блядь,
50, наверное. Ну, чё поделать. Бля, дай-ка я перезагружу. Чё за хуйня вообще? А слышно хорошо было, да? Да слышно нормально тебя. Да. Прекрасно бежишь, блядь, очень технично. Так, погоди, да, я усиление звука тогда вырублю. Вырубай. Возможно, в этом вся и хуйня. Чё, сел? Не еби мозги ни себе, никому, просто сделай по кнопке, поставь себе куда-нибудь кнопку и все. Ну, по это... Там кукухой, блядь, поехать можно в штанах по кнопке говорить. Да, тем более в бою это очень... Ты кричишь кому-нибудь что-нибудь? Это я, блядь, а потом вспоминаешь, что кнопку не нажал, когда тебя убили, блядь. Да, да. Или да. Она просто самым неудобным. Или ты не сказал, что ты, например, с крыши спрыгнул в лес. Да, Ванс? Сказал вообще. Нет, ты не сказал. Сказал, спускаюсь. Да, блядь, куда ты спускаешься? Ну я, блядь, снизу убил. Спускаться по лестнице, блядь. Мы в душе не ебём, где ты убил человека, блядь. Тоже не было страшного. Спускаться можно по лестнице. Там, где мы обычно делаем, что мы делаем? Прыгиваем с крыши. Ты бы хотя бы сказал, блядь, спрыгнул. Спускаемся мы нахуй по лестнице. Да-да. Так, ну чё, мы идём, Ванс? Идём. Ходи. Это пилигрим уже глаз мозоль. Единственное, что я беру, это... Броню я тебе выношу, блядь. Магазины я тебе выношу. Шлем и наушники. Рюкзак тебе. Шлем и наушники я тебе выношу. Ну, значит, я нихуя не беру вообще. Маску возьму. Ну, на всякий маску. Случай, да, блядь, маску, очки, запасные патроны. Я патроны взял. А как ты ему их перекинешь? Ну, вот так вот кейс дам, и все. Пистолетный. А пистолетный кейс можно патроны запихнуть? Да. Чё-то не шарил про это раньше. Ладно. Да, ну, слышно тебя хорошо. Проблем не в том, что тебя не слышно. 5.20 или 17.20? 5.20 уже. Блять, да вот уже да, наверное, 5.20 все-таки. Сейчас главное в первые 3 минуты не отъехать. Да там уже должно быть светло. Да нихуя там не светло, блять. Он, блядь, подкрадется к тебе чувак, а я такой кутю-кутю-кутю-кутю, блять. Ой, да ладно, слушаю. Мы просто бежали и болтали о том, что в пизду эту чертову ночную эту таможню, и не услышали нихуя, как к нам подобрались. Это когда мы проебались-то? Да, на таможне. Да хуй там плавал, блядь, что мы проебались. Все остались просто. Блядь, да, пизду. Да. Едем в Норвегию. Еду в Норвегию жить. В Норвегии есть, это... Больничный по депрессии. Полгода. Блядь, полгода. В Норвегии. Да, полгода. Бля, братан, кто в Россию, ну, точнее, кто туда из России приезжает, они... Они там пожизненно... Ну или пожизненно, блядь. Пособие выплачивают. Слышно выстрелы мои, блядь? Да. Ну, очень тихо. Ну, уже тише. Гораздо тише, так что гораздо лучше. Мы, я не понял, мы все собрались? Как ты стрелял сейчас? Ну, вчетвером. Так он с нами не идет. Уже рейд назад говорил, что он сейчас спать пойдет. Даже два. Заворочили наушниками человек. Блять, меня, блять. Можем провести стандартную настройку, если хочешь. Давай тут сейчас, а. Ты прерываешься, но слышно. Прерываешься, но слышно. Блин, вот ему тяжело сейчас, я просто не представляю. Да. А я ебал. Сам поезд просто прерывается. Попробуй чувствительность в этом, блядь, в Дискорде уже. Да делай как было и все. В это трудно поверить, но надо признаться, что мы не сорвали.
А в других играх нормально, что? Почему бы и нет? Ты только в Тарков играешь? Наш человек. Да, блять, ебучие вы, сука, Blizzard, вы заебали мне спамить на почту, пидор. Че, вставай, сейчас отложишь? Чисто все управление тебя берет и по одному письму посылает. Ага, блять, на телефон они мне спамят постоянно, я ж на телефоне еще, блять. Хуя. Вон, кейс подбирай. А, вот этого подберешь. Так. Так подожди, а что это за БПХи? Да? А что за БПХи? У меня не было БПХ. Но я тебе патронов даю на ВСС. Нахуя? Ты стрелял. Скинь обратно рюкзак. Ванс, рюкзак, скинь обратно, только быстро. Не-не-не. Бля, я думал, все, забирай. Нихуя, бля. Перебежки. Хуя твой ЛЦУ, бля, как фонарик светит, я. Кого? Синий ЛЦУ. О, кто-то поверху бежит к вам по мосту ее. Да ладно. Да. С голыми руками. По мосту прям? Да. Поднимайся, встречай молодого. ЧВКшник. Наблюдаю. Я на мосту. Ну, куда-то здесь только. Тихо! Я на подъеме у моста. А, блять, Ванс. Тихо. Он за этими. Тут да ну нахуй. Ты убил? Тебя убили? Нет, дикий прибежал. Тебя убил? Нет. На мосту кто бегает? Где мы заспавнились? Кто бегает? Ну мы уже на мосту. На середине моста. Где мы заспавнились? Кто вернулся сюда? Не я. Никто, не мы. Это походу чувак тут бегает. Давай. Там голый походу, он на тарконе. Нет, это не голый. Да? Знаешь, со спины меня. Братья может быть не один. Дикий ору там на этом. Да, да, да. Вижу. Да. Спустился. Нихуя себе. Убил, да? Дальнего. Подсидел. Лучше З с этим снищит. Я под этим. Минус. Ой, Саха. Пойду дальше своего залутаю. Ну окей, если он твой. Ну, я ему, по-моему, в голову отвесил. Так, я его поднимаюсь от перебежки, наверное. Кстати, здравствуйте. Еще где-то дикий орёт. А вот видите? Кто по кустам бегает? Свои, я бегаю. Куча, там где? Ну я этого раздеваю. Да. Так а чё он тебя не убил? Да он меня не убил. Кто на... Кто идёт? Где? Минус. Что на месте? Минус, минус. Вы там бегаете? Я бегал. Нет. У меня тут есть ещё один. Ты забрал, да? Я тебя, да, слышим тебя. Так, очень... Тихо. Убил, короче, дикого еще одного. Поднялись, это на синих контейнерах, которые блокпост набили. Перебежали. Перебежали уже к синим контейнерам, а ты где есть? Я еще на той стороне. Ебать, а я, блядь, со стороны танка. Все, бегу к вам. На 995-й у вас я был. Красавчик. А что у него было? Парень поиграл, блядь. Что у него было? У него ЛШЗ был с мандибулой. И ночник, и хаклерокох. Хакашка была? Нихуя себе. Нормально заполнялся. Ты в яме? Да, я в яме. Ну все, давай, передвигаемся. А вы где? Я понимаю, рот уже на сиське. Нет, я нет меня на сиське, нет, я куда? На тебя остался. Я под синим контейнером. А, ну так пошли дальше. Ну да, сейчас подожди. Перебежал уже на этот, блядь, со стороны сисек. Где-то. Я, да, я тут. На снайперском.
Догонишь нас? Ну, я думаю, да. Наши на снайперском есть? Наши на снайперском есть? Нет, я уже зашел за него. Я все. В контейнере стою. Да, блядь, там Ванс уже упиздавал, хуй знает куда опять, блядь. Да, он сказал уже, что он перебежал на сиську. Это я бегу к тебе. Угу. Нахуй ночник нацепил. Что за чего? Ванс. О, роуд. Фист, ты без рюкзака? Нет, с рюкзаком. Резип. Так, внутри, внутри, внутри общаги уже есть. Ну, конечно, есть. Пошли. Вы подбегаете? Да, да, я. Со стороны этой машины зайдите. Да-да, тебя видим. Не, я со стороны этого пойду. Со стороны на первый этаж шаурмы. Здесь зайду. Да, ёпта. Ладно, захожу на второй. Тут чувака, чувака на первом этаже. Самый на первом? Стал, помните. Или челобот. На первом, на втором? На первом. На первом. Сжимай его потихонечку, скажу к нему. Ты на второй, кто на второй? Я на второй спустился. Я на... спустился на первый. И раз два ты мне положишь его. Да, я на первом тоже отстрелил. Второй минус. А, у меня на втором, у меня на первом еще один есть. Убил? Живой? Сука, он меня убил. Блять. А где он? Спину расстрелял. Он, короче, на первом этаже в рекреации, как на этом втором. И в самом дальнем. Спускались тебе, Гванс. Я на первом. Я понял, спустился. Поворачиваешь налево. Сзади. И смотри его справа. Там проход, и справа слева. Как повернешь в это, в окна, где машины припаркованы. Да. Он в левом был. Он где-то там в коридоре, короче. Ну, блять, Ванс, либо идем, либо это. Даю гранату туда. Погоди! Назад! Ох, ёб, граната! Пока она там нычется. Был в последний левый. Дверь закрыл. Да, последний, ну, левый. Убил, 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 убил. Ебать по мне насажали. Ебать по мне насажали. У нас дикий сейчас с спиной. Иду, закрою сейчас дико. Да, тебя слышно. Кто идет на первом? Я сижу. Вот он, блядь! Да, они походу меч не залутали, или хуй знает. Чё там у него было? ДВЛ Урбана, блядь, Шлемак. Да. Да. Да, они залутали меченку. Сейчас, вот сейчас буду проверять. Ты лучше стреляй, тут страшно. Слышно. Ты рот разбрасываешь? Нет, я лутаю. А калаш, почему не вернулся? Сейчас не слышно. Сейчас не слышно. Сейчас слышно. Роуд, я оглушитель сниму. Все, тебе придется. Нет. Вся твоя хуйня. Все, мне верни. А, тебе вынести? Нет, скинь куда-нибудь. Не, я глушу. Не, глушитель я сниму и положу тебе в этот в разгрузку. Я не знаю, где твой рюкзак. А какой у тебя рюкзак был, Роуд? Бета? Бля, я забыл, слышу. Походу, да, бета. Так, блядь.
одна труба должна. Да? У этого хуя бета, блять. А кило тоже твоя? Да. Все. Заебись, блять. И шлем мой такой зеленый. Все. И очки мои, усы мои. Ёпта. Усы забрали. ТС-2002 у тебя? Да, да, да. Чего ров? Заебись, блять. Слышно тебя? Прерываешься, но слышно. Да не парься, сделай как у тебя было, да и все. Я тебе говорю. Это лучше, ну и... Это, блядь, дело принц, по-моему. Что, в ночь пойдем, нет? Куда в ночь? Пустые! Машина! Ланс, у нас гости. Я понял. А где Купра? Я тут из сисек спустился под это сижу. Недалеко от шаурмы. Внутри уже. Нет, у нас контакт. Мы не слышали. Я на первом. Иду к подъему на центральный. Ты ходишь, Фис? Нет. Поднимай сюда, к нему на второй, на похуй. По металлу сбежал. Сбежал. На первом этаже он. Он меня убил, блядь, ваншотом, сука. Да, он на первом этаже на улице, с стороны шавухи. А, даже так. Я нормально? Сейчас, подожди. Потеря соединения с сервером. Я говорю, залагали, чуваки. Да ну нахуй. Да ну нахуй. Это может чит какой новый, блядь, я хуй его знаю. Не, меня выкинуло с этого, с торговца. То есть у всех потери соединения с сервером или что? Да. Ну я пока еще кручусь. У меня, игра вылетела. Я же говорю, упали серваки. Потому что вы, когда у тебя, когда вы сказали то, что это уже внутри, ты сказал, Физ, уже тогда начала барахолка лагать. Все. Ошибка при проверке обновления лаунчера. Внутренняя ошибка сервера. Упали серваки. А кто-то бегает до сих пор. Я бегаю. На оффлайне. Ну мы это слышим. Да, тебя меня-то вообще из игры выкинуло. Ну у меня крутится, блядь. F, да, все пишут F. Угу. Да тебя-то нормально слышно, там проблема не в том, что тебя не слышно. Тебя да слышно нет, в любом случае. Тут видишь, проблема в том, что, блядь, либо меня слышно, либо, блядь, игру слышно. Тебя слышно в любом случае, но ты прерываешься. Да, не открыли. Не открыли чат. Это на время этого? Да нет, наверное. Чат был.
сейчас выстрелил, никто не слышал, да? Стреляй еще раз. Нет, не слышно. Нет, ничего не слышно. А говори, стреляй. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Слышно, Бег. Ну, условно, это еще нормально, блядь. Лучше так, если честно. Лучше так, да. Хотя бы так. Все, опять полностью серваки. Ну, может, мне откат сделают. И, выключили вас. Слыши, выключили возможность писать. И все. И перестали писать. Тормоздуть. А у них, походу, все упало. И сервак там. Чат так быстро летит, что никто не узнает, что я гей сверху через. О, чат. Слышь, не, у него, походу, у них, короче, они даже Дискорд перезапускали. Это Роуд написал, что ты ниже? Нет, Роуд F не писал. Я не писал. Все доступ открыли. Сука, блядь, деграданты. Наймите уже нормальных бэкендеров. Бэкендеров. Да, все, critical error to reserving profile data, блядь. Блядь, жалко этого человека. Вопрос, а теперь, а тебе это вернется? Хуй его знает, проверим. Ну, мне моя... В принципе, по-моему... То, по-моему, это все вернет. Трофейное, блядь. Слышно хорошо. Да. Сойдет. Не сказали бы, что хорошо, но сойдет. Да у нас там отвалится. Он и отвалился, наверное. Слышно хорошо. Нет, пошел. Петрович-то тут. Кто у нас отвалился? Roll, а, у нас, нет. Блядь, и этот. Ритм отвалился. Да, да. Песня, вот. Нахуй. Музыка, нахуй. Нахуй песня, блядь. Слышно, блядь. Backend error. Еееей. Надо было оставить. Еееей. Надо было остановиться, когда мы тебя предупреждали. Пятерка. О, лаунч. Пытается грузиться. Сейчас откатит так, что роут будет живой, откатит так, что физ будет живой. Да не. Блядь. Вот бы в реале так. Каждый день мы добавляем 20 новых серверов. Цитата Никита. Никита, блядь. Блядь. Зачем опять шашлыки на серверах жарить? Кого там, блядь? А, у Купры. Ну что, ребята, я включаю стрим.